Школы, где учатся победители всероссийского конкурса «Большая перемена», получат по 2 миллиона рублей на программы развития. Финал среди учащихся 5-7 классов прошел в Артеке. Название проекта, его суть и перемена здесь не пауза между уроками, а готовность нового поколения менять мир к лучшему. Из миллиона участников, которые прислали заявки на конкурс, выбрали 300 самых активных и креативных. Вас ждет путешествие мечты, вас ждет поезд «Большая перемена» от Москвы до Владивостока с остановками в самых удивительных местах и городах нашей страны. «Большая перемена» – один из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».